Здравствуйте, дорогие друзья! Хлебный квас – популярный освежающий напиток, приготовление легкое и быстрое. Нарезаю ржаной хлеб на порционные кусочки, складываю на противень и помещаю в слабо разогретую духовку. Хлеб подрумянился и засушился. В 3-литровую банку добавляем 3 столовые ложки с сахаром. Добавляю 7 штук изюма, наливаю немного горячей воды и перемешиваю. Изюм должен быть немытый. Добавляю 3 горсти сухарей, заливаю горячей водой и оставляю на некоторое время, чтобы немного вода остыла. Когда вода стала теплой, добавляю 3 грамма дрожжей и перемешиваю. Затем наливаю теплую воду по плечики. Банку накрываем и оставляем в теплом месте на 2 суток. У меня ранее был сделан квас таким же способом, я сейчас покажу вам, какой он получился. Квас тщательно процеживаю через марлю и сито. Если по вкусу сахара не хватает, то можно добавить. Я добавляю 3 столовые ложки сахара. Снова делаю квас, только дрожжи уже не использую. В качестве дрожжей я добавляю от предыдущего кваса хлебную закваску. Получается, дрожжи мы больше не используем, мы их используем только один раз, когда готовим квас первый раз. По несколько штук изюма добавляю в бутылки и разливаю квас. Охлаждаем квас в холодильнике. Все просто. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно! До новых встреч!